Всем привет! Шла я сегодня, шла, там ходила на маленький рыночек, купила кое-что, короче, иду такая, в одной, на плече рюкзак, в одной руке десяток яиц и два стакана черники, во второй руке бутылка воды минеральной, иду, короче, и тут идет какой-то мужик, и что-то говорит, и такое чувство, что он мне говорит. Но дело в том, что у меня плохое зрение, поэтому я не могу видеть, кому он, мне или там не мне, может, по телефону. Но я как бы стараюсь пройти, и типа я не слышу, и вообще меня тут нет. И, короче, вспомнился анекдот. Заходит мужик в туалет и садится, только сел, хотел кое-что сделать. Тут слышит «Привет!» Он отвечает «Привет!» Он спрашивает «Как дела?» Он «Хорошо!» Потом слышит голос «Слушай, я, наверное, потом тебе перезвоню, а то тут какой-то придурок со мной разговаривает». Так и я хотела спросить «А? Вы что-то мне сказали?» Но я уже сейчас на это не ведусь. Думаю, лучше я, если будет знакомый, то он простит, а если не знакомый, так лучше все-таки, чем я буду. Вы что-то мне сказали? А человек может по гарнитуре этой разговаривает. Вот так вот. Короче, я решила рассказывать анекдоты, если буду вспоминать какие-то интересные. Иногда так вспоминаются какие-то смешные. Ну или где-то читаю. Хочется поделиться. Все, будет новая рубрика.